привет, это Толя Чмелев, очень давно здесь тусуется. Этот человек не так давно мне говорил, что гараж это для него второй дом. Толь, привет. Привет. Ты любишь гараж, ты прям обожаешь его, и я это знаю прекрасно. Это расскажи мне. Ну, гараж я люблю на самом деле на уровне святого. Для меня гараж — это дом. Без разницы, какой народ здесь будет, я буду в этом гараже, потому что, ну, гараж — это обиталище наше. То, что это святыня Челябинска для меня. Нету лучше клуба, чем гараж. Толь, ты пьяный, скажи мне честно? Ну, процентов на 50, да. Ты просто прям такую речь толкнул. Как говорится, в гараже есть несколько типов людей. Первый тип людей — это которые просто приходят в гараж, всякие мажорики, мудаки, которые приходят клеить тёлок. А есть ребята, которые сюда вросли. Вот я, наверное, человек, который врос сюда, который начинал просто свои походы с гаража, которые работали здесь, которые развивались. Какой бы народ сюда ни ходил, я буду ходить сюда. Сама местность, сама атмосфера, сам ландшафт, то есть это для меня дом. Это настоящий андеграунд. Я понял, блядь. Его можно вообще не останавливать. Он может все интервью, вот минут 15 просто разговаривать. Вообще, последнее время гараж изменился? Очень сильно изменился. Может быть, отчасти в плохую сторону, отчасти в хорошую. То, что больше стало андеграунда, но в то же время больше стало людей, которые не понимают той же самой сути вот этого слова «андеграунд». Но в будущем я вижу то, что сейчас возвращаются ребята, которые реально могут хайпануть, реально могут оторваться так, что, ну, никому не под силу это. И мы хотим это вернуть, и также ты, также Rush это возвращают. Огромное спасибо тебе, огромное спасибо Rush за то, что вы возвращаете это. И я тянусь к вам, чтобы возвратить тоже эту культуру старую гаража, старый андеграунд. Гараж не похож на остальные места. Мы особое место. 10 числа же, да, будет? Да. Кстати, кто не знает, да, Толя один из организаторов вечеринки Back to Squad. Она будет 10 февраля. И ребята обещают, что будет все очень здорово. Реально, мы придумали очень много фишек. Мы уговорили Шайку Ниндзя вернуться. Пообщались, они согласились. То есть они сказали, да, круто, то есть мы вернемся. Это был Анатолий Чмелев, специально для гаража и специально для промо-группы Random Gang. Спасибо, Толь. Хайзи, хайзи. Вот я все хожу и пизжу, типа, эй, йо, пацаны, вы видели, да, сейчас типа топовые девочки стали приходить в гараж. Анечка, привет, золотце. Я, нет. Повернись. Валера, иди сюда, вот сюда. Да это мама не увидит. Здрасте. Как дела? Хорошо. Как тебе в гараже? Я здесь первый раз. Ну, и как тебе? Впечатление, да, мне нравится. Впечатление, да, типа, ты знаешь такое, это так же, если бы я встал, типа, от нее с кровати и такой, типа, закуриваю сигарету и такой, ну и как тебе? Она такая, ну, впечатление, да, есть. Я бы не сказал, что они радостные, ебты. Распугал тёлок, на самом деле. Я не спрашиваю девушек после первого раза, как им впечатление. Мама, не увидишь, что ты закрываешь глаза. Бля, Валера, пойдем дальше. Не убирай камеру. Кто не узнал эту физиономию, это Ангелина Писягина. Ангелина. Как у тебя дела? Скажи мне. У меня все супер, Ян. Как Екатеринбург? Екатеринбург круто, живет тусовками, живет R&B-тусовками. Но гараж тоже, конечно, живет R&B-тусовками. Слушай, ты за этот год уже второй раз, да, в гараж залетела, да, с Екатеринбурга? Ну и как тебе, как оно? Мне все нравится, тут мои люди, тут мой рандом гэнг. Рандом флава — это что-то, ну, нечто невероятное. Я всех рада видеть, всех люблю, вы все милые. Я помню, как-то давно было день рождения, Random Flavor, да, и ты обещала сесть мне на лицо. Когда это произойдет уже? Я скажу, когда это произойдет. Когда это видео наберет 1000 лайков, в следующем промо-видео я сяду, Ян, на лицо. Если это видео наберет 1000 лайков, только исключительно, Ян, мы будем стараться. Я постараюсь все красиво смонтировать, чтобы всем понравилось. 1000 лайков, и ты садишься мне на лицо в следующем промо. Базар ноль. Все, забились. Давай. Все, ты все-таки приехала, блядь, с культурной столицы. А из деревни сама, да? Да, ты, да. А Garage Underground — это же не деревня, это все-таки место, где все наши друзья. Да, это наша тусовка, это мой дом, улица. Пошла нахуй. Пися, спасибо огромное. Иди тусуйся, иди, пиздуй нахуй. Random Gang. Все, это Random Gang.
Короче, мы с Рашидом устали. Пойдем, Рашидка, потихонечку. И пойдем, наверное, выпьем. А ты пока снимай, а я поговорю. Вот, я что думаю? Это очень тяжелая работа. Очень тяжелая. Здесь вообще, здесь приходится делать все. Разговаривать с людьми, с пьяными, а ты трезвый. И вот так как мы с Рашидом трезвый, и у него даже рука трясется, мы пойдем выпьем в Red, наверное, да? Там, кстати, в Red сейчас будут разливать шампусик для девочек. Пойдем, Рашидка, пойдем. Мы пойдем бухать. Мой пиздюк Максим. Yeah, Максим, как у тебя дела? Как тебе твой первый день, наверное, с Майком? Сегодня этот парень отвел маленький интерактив, но это маленький интерактив для большого начала. Максим, как ты? Бля, да все охуенно, типа это Garage Underground, нахуй, здесь иначе быть не может. Ножки не тряслись? Да нихуя не тряслось, блядь, типа накинул, блядь, все охуенно. Ты что, пил перед тем, как взять майк? Да я про воду, блядь, ты че? А, ну тут все пьют воду. Макс, что скажешь вообще типа про себя? Ну, то есть самокритика — это самое лучшее. Как ты отвел? Ты считаешь, все было хорошо? Бля, да был, короче, среднячок. Есть к чему стремиться, блядь, и есть до чего расти. И как для начала, как по мне, типа, это заебись было. Типа, и бар пошумел, то есть, типа, и поддержали, блядь. И как некоторые говорили, типа, сожру с говном, нахуй, сожрали без говна. Мне понравилось, все зашло. Идея реализована, это самое пиздатое. Я когда тоже сюда пришел первый раз, взял майк. Ну, меня тоже сначала не взлюбили, на самом деле. Это теперь я, блядь, Ян Олегович, который, типа, пришел, похож на Леню Спутника, пародирую его, и вот, типа, прихожу сюда такой, йоу-йоу, вот так вот. Это был Максим, мой пиздюк, мой, так сказать, мой и Мацука ученик. Когда-нибудь мы возьмем тебя в Random Gang, но не сейчас. Ну, рано. Спасибо, братан. Иди отдыхай дальше. Never mind, bring the beat. Эй-эй-эй, это МС Атила, это Шайка Ниндзя. Атила, как у тебя дела? Привет. Все отлично, все супер. Рашик, привет, ты тоже тут? Наконец-то ты здесь. Это папы бизнесов. Fresh fashion, папы бизнеса. Что вы говорите? Смотри в мои глаза, они чисты. Это рандом гэнг. Подожди, ты говоришь, глаза чистые, ты сколько сегодня выпил? Ты только не говори, что это первая бутылка. Это первая бутылка. Я тебе верю. Я слышал то, что ты возвращаешься в гараж всей своей шайкой-лейкой ниндзя. Шайка-лейка ниндзя. А вы возвращаетесь сюда, это Шайка Ниндзя, это Атила, это МС Атила, это культ. Fresh fashion. Папа гаража, папа бизнеса. Злой, привет тебе большой, ты тоже культ. Вот. Воу, это Атила! Атила, слушай, я слышал, что ты возвращаешься 10 числа февраля. Вы возвращаетесь всей своей бандой и устраиваете здесь хардкор, это так? На самом деле мы только 10-го, насколько я знаю. Ну, там 10-го, как называется? Back to Squad, да? Да, насколько я знаю, вечеринка называется Back to Squad, да. На самом деле я не знаю, что будет происходить, но я думаю, что будет как минимум прикольно, будет большое количество друзей. Как минимум я приду. Паша придет точно. Паша. Как минимум мы с Витиком придем. Всем привет. Это как минимум, понимаешь? Да, я что хочу сказать. Пожар, огонь, все будет. Я понимаю, Атила. Паш, а кто у вас-то будет 10 числа, если мы его забираем? Спасибо за интервью, до свидания. Короче, ребят, даю прогноз. 10 числа, 10 февраля, а это суббота. В субботу в топке тишина. Потому что Шайка Ниндзя играет у нас. У нас Garage Underground. Это Back to Squad. Это Шайка Ниндзя, это Атила. Ты вернулся в гараж сегодня. Сколько ты здесь не был? Блин, я как-то залетал. Был полный пиздец, когда я залетал. Но сегодня, на самом деле, намного круче. Когда я был здесь последний раз, наверное, это был год назад точно. Ну, то есть, знаешь, я залетал, на самом деле, такими периодами. То есть,
типа через год, потом еще там через полгода, еще через полгода. Ну такая тусовка. Вот. И сегодня я залетел, и на самом деле очень приятно удивился, то что народу реально очень много, все очень прикольно. Вот именно такой вот старый гараж возрождается, то есть Red Bar в своей тусовке. Да, там главный бар в своей тусовке. Там ребята в Мироре где-то, рядом с Мирором что-то там курят. Фокс стоит на баре. Ну, в общем, очень все прикольно, очень круто. Поэтому большой респект, гараж возрождается. И я думаю, что мы будем 10 числа такой некой небольшой частичкой вот этого возрождения. Ну, я на самом деле на это надеюсь. Надеюсь, что придет большое количество людей. Ребята, все приходите, будет очень круто 10 числа здесь, в гараж Underground. Мы вас всех ждем, Шайка Ниндзя, Рандом Флеймы. Ебой! Тусовка будет очень круто. Это 10 февраля, это Back to Squad, это Шайка Ниндзя. Это Random Flavor, Random Gang. Random Flower — это что-то, ну, нечто невероятное. Мы все вас ждем. Спасибо, Дила. Спасибо огромное, Диматик. Я обожаю тебя. Я с ним человеком. Тебе рос, братишка. Да. Я помню, пока они обнимаются. Я помню, как-то раз, вот именно он набухал мою еще тогда жену так жестко, что эта сука шла босиком по Ленина. Три остановки и даже подобрала кота на ламполе, блядь. Пьянющая. Вот именно. Прости меня за это. Да похуй на нее. Она была не очень. Тогда ты мне должен. Я налью. Я тебе помог, получается. Да. Чем? Ну, то, что она была не очень, я как бы на нее набухал, и она после этого раскрылась, понимаешь? Нет, она раскрылась через пару лет. Окей, окей. Вот. Это Дима Тила. Это неотъемлемая часть, это самая главная частица Шайка Ниндзя. Я жду пацанов вместе с тобой. Это Тила. Это Back to Squad. Это Garage Underground. Специально для Random Gang промо. Атила, спасибо тебе огромное. Спасибо. Мы тебя все любим. Спасибо. Yeah. Пойдемте потусуемся и побьем гаражик в гараже. Пошла нахуй.